И здесь кто-то общается. Офигеть! Это кто такой? Это Роблокс. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и мы продолжаем рубрику «Новая игра или плагиат в Роблоксе». И сегодня у нас на обзоре будет именно та игра, которую вы больше всего писали в комментариях под прошлым видосиком, и это симулятор распаковки. Я пока не знаю, какие фейки, плагиаты, возможно, гениальные игры мы сможем найти по этому режиму, но перед началом, друзья, у меня к вам будет большущая просьба. Я знаю, что по статистике канала 50% из вас смотрят мои видосики без подписки. Друзья, не надо так. Опускаемся немножко ниже под видосик. Видите кнопку подписаться? Если она у вас красная, прямо сейчас нажимаете ее. Ставите лайк и нажимаете колокольчик. Даю вам 3 секундочки. Вот, давайте. Раз, два, три. Спасибо большое. Можно начинать. Итак, в поиске просто без лишних разговоров вводим Unboxing Simulator. Поиск по играм, естественно. Итак, находится просто огромная туча. Давайте пойдем с первой. Вот, ну, самое первое — это оригинальное. Открываем вот эту игру, открываем вторую и открываем примерно третью. Дальше посмотрим, что у нас есть. 50%. Ладненько, неинтересно. Так, Unboxing, Unboxing. Это у нас Баллон Симулятор. Noob Killer почему-то вырез. Да, ребята, Bubblegum Симулятор почему-то здесь показался. Unboxing Симулятор вот такой. Вот нужно посмотреть будет. Что еще? Вот такой Unboxing. 70% лайков. Еще вот такой. Нифига себе, сколько здесь всяких можно посмотреть. Ниндзя Unboxing странный. Crystal Unboxing откроем с вами. И Murder Island. А нет, совсем другое. Вот, Unboxing Симулятор с какой-то елочкой. Давайте посмотрим его. И, в принципе, пока что хватит. Мы немножко позже, если нам не хватит, еще найдем. Итак, готово. Первый симулятор Unlimited Unboxing Beta. Поехали. Запускаем. Что это такое, я не знаю. До записи я никогда не проверяю, чтобы у меня были первые впечатления. Вам это нравится. Мне нравится такой формат. Поэтому, друзья, обязательно ставьте лайки. Как можно больше лайков. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет серия по этой рубрике. Итак, что это такое? Это совсем не похоже на отбоксинг. Touch to claim, begin working. Это какой-то, что ли, тайкон? Погодите-ка. То есть я нажимаю, я начинаю здесь зарабатывать. Это тайкон, ребята, совсем... Это фигня какая-то, ребята. Телепорт to battle arena. Так. Sub to PewDiePie. Понятно. Конечно, байт на sub... Так, а что здесь такое? Ребят, нет, это не похоже на анбоксинг. Закрываем сразу. Итак, это мы убираем. Это совсем какая-то фигня. Unboxing симулятор, Unboxing симулятор. Что здесь интересненького? Заходим сюда. Что найдем здесь? Может быть, здесь какая-то, знаете, просто скопированная карта. Может, еще что-то. Так, заходим. Чего? Waiting for available server. Ждем. Ждем, пока загружается, ребят. Все в прямом эфире. О, здесь кто-то играет. Здесь кто-то играет. Видели список? Погодите-ка, погодите-ка. Здесь кто-то играет. И здесь кто-то общается. Офигеть! Это кто такой? Это Роблокс? Подожди. Это Роблокс. Подожди, я могу отправить запрос? Подожди, это настоящий... Подожди, я не... Здесь у нас, получается, я с этим, с третьим, получается, вот этим билдер-клабом. Еще какой-то чувак с третьим билдер-клабом. Чувак со вторым билдер-клабом. А что они общаются? Это сам Роблокс, посмотрите, значок даже есть. О май гад, это работает. Я что-то купил, какой-то геймпасс. Получил в Роблокс, ура. Как я могу получить робоксы? Сам Роблокс пишет. Выполните обе, это очень просто. Когда я получу свою награду? Я не верю, я сделал это, спасибо большое. Нет проблем, что-то наслаждайтесь робоксами. Чего? Какими робоксами? Подожди. Это типа работает что-то? Типа, да, это работает, вы можете тратить. А, типа, остаются ли робоксы? Да, Роблокс пишет, вы можете тратить их. О май гад, спасибо большое. Ребят, что это такое? Это очень... Подожди, они здесь общаются, это очень круто. Ура, я богат. Ах, да, здесь... Это все еще актуально работает? Да, вот чувак пишет, да, работает, для меня работало. Give it a go, I dust work, типа. Типа, да, вы получите, я работаю, что-то такое. Вау, да, это реально работает. А это работает снова? Нет, работает, а только один раз. Типа, ну, типа, один раз только можно получить. Чего? Мы с вами искали анбоксинг, а получили... Робоксы? Подожди, я тоже хочу пройти обе. Какое обе?
Вот это обе? В смысле, то есть сам Roblox говорит, I wish call to this again. Я бы хотел, чтобы это было снова. Офигеть. Enjoy this while you can. Типа, наслаждайтесь пока этим. В смысле, то есть я могу пройти обе, получить робоксы? В смысле, вот сюда или куда? Вот сюда, что ли, должен попасть? Опача! А что происходит? А ты робот? Ну, я-то роб... Роблоксу нужно подтвердить, не робот ли ты. Пожалуйста, введите логин для тест. Ха-ха-ха! Слушайте! Вот это кидалово! Вот это кидалово, ребята! Офигеть! Я в шоке! Вы видали? Мы искали с вами анбоксинг-симулятор, а просто нарвались на кидалово, и здесь можно реально лишиться аккаунта. Если вы такое попадетесь, ребята, ни в коем случае не вводите пароль. Ни в коем. Давайте я наберу 123123, просто введу. А, что-то не сработало. Попробуйте немножко позже. Да, потому что я неправильный пароль ввел. Rejoin later, Euro. Ребята, это не работает. Офигеть, вот это мы нарвались, прикиньте. Мы нарвались просто на разводилово, на робоксы. Вернее, не на робоксы даже, а на аккаунт. Ребята, никогда не вводите свой пароль. Офигеть, а это что такое? Это мы открывали следующую игру. Я сразу захожу в следующую игру, посмотрим, что это такое. Офигеть, вы видели, там реальная переписка. То есть это был фейковый Roblox. То есть это был сам Roblox. Или подожди, или как это они сделали? Я реально мог... Опять такая же фигня? Подожди, здесь какие-то люди ходят. Стой, 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 подожди. Чего? Roblox Rewards. Но это Rewards, это такие плейсы, где... Здесь то же самое. Hello, everyone. Somehow I didn't see chaos giveaways. Я не вижу раздач. Я пробую найти тебя. Как я могу получить робоксы? Выполни обе. Опять то же самое. Опять то же самое. Слушайте. А я могу его заблокировать? Подождите, заблокировать Roblox. You cannot block Roblox. Ты не можешь заблокировать Roblox. Report abuse. Ты не можешь кинуть репорт на Roblox. Прикинь. А фоловнуться могу. Прикиньте, могу фолловером стать Роблокса. Офигеть! И что здесь, типа, тоже нужно пройти обе? Внизу какие-то люди ходят, да, по идее, то есть вниз падать нельзя. Ну, это слишком простое обе, чтобы получать робоксы. Да не-не-не, ребят, это все фигня, это какая-то запись. Хотя, я могу написать что-то в чатик? You are muted... ты не можешь писать в этот чат, я понял. То есть нужно выполнить... Офигеть, ребята, мы нашли такое разводилово! Да, то же самое, то есть пропадает экран и сейчас Да-да-да-да-да-да-да. Я понял, ребята, будьте осторожны. Так, заходим в следующий. Офигеть, я сейчас в таком шоке. Мы такую просто с вами, знаете, раздеребанили норку. Вот их кидал на робоксы. Поэтому, друзья, будьте осторожны. Будьте осторожны, не попадитесь на это. Окажется настолько правдоподобно. Прикиньте, сколько они взломали аккаунтов. Так, ты админ, ты можешь прописывать CMD-команды. В смысле, я админ? Я стал админом? Подожди, подожди. А будет загрузка? Так, пожалуйста, дайте меню. Подожди, меню не работает. Skip. Skipping my result and begin loaded. Я могу skip? Подожди, я не могу ничего сделать. Подожди. Я хочу быть админом. Enchant has to deal more damage. VIP. Kuros admin. Что такое? 112 робоксов. А, купите футболку, что ли? И еще и мега ей. Да идите вы в баню. Это какая-то фигня. Подожди, а может быть я еще раз хочу зайти. Я хочу стать админом, я хочу попытаться зайти еще раз. Офигеть, но я до сих пор не могу отойти от того, что мы с вами нашли. В анбоксинг просто, мы нашли с вами кидалово на робоксы. Обалдеть, я в шоке. Ладненько, проехали. Надеюсь, мы такого больше не найдем. Так, мы еще раз пытаемся зайти вот сюда. Да, ты админ, используй команды, help, melp и все остальное. У нас идет загрузка, но дальше загрузки ничего не доходит, ребят. Так, ждем. Лодинг. Прям загрузка точно такая же, как симулятор распаковки. И карта, в принципе, такая. Да, я не могу зайти дальше. Skipping my result, assessed, not begin loaded. Да, нет загрузки, закрываем. Дальше поехали. Unboxing симулятор и все заспамлено unboxing симулятором. 6800 человек заходило в этот плейс. Кстати, нужно посмотреть, сколько человек заходило в тот плейс, где есть кидалово на аккаунты. Так, мегафан оби. Так, меня перекинуло на мегафан оби. Я понял, у меня здесь одна голова, и меня перекинуло на мегафан оби. Я понял. Закрываем. Не связано никак ни с чем. Стоп, ребят. Мы, получается, открывали какие? Вот это кидалово, вот это кидалово, вот это кидалово, да?
если не ошибаюсь. 1000 человек зашло. А кто-то там мог и ввести свой аккаунт. Здесь 444 человека зашло. Здесь 9300 человек заходило. Я уверен, что кто-то довел свой логин, либо пароль, и это была критическая ошибка для него. Потому что если вы ведете пароль своего аккаунта, то вы лишитесь. С вас сольют все робуксы, с вас сольют все вещи. Это жесть. Это просто настолько жестко. У меня просто взрыв мозга. Так, мы нашли с вами еще один режим анбоксинг-симулятором. Это у нас сегодня одни какие-то жесткие плагиаты и разводилово. Так, загрузка идет. И остановится ли она, или все-таки мы сможем зайти с вами? Пока что 58. Лодинг ассест, 58. Снова не получается зайти, ребята. Карта просто визуальная какая-то. Закрываем. Ниндзя-симулятор какой-то. Ниндзя-анбоксинг-симулятор. Нифига себе, апдейт 2.1, Ninja Temple, 15 новых шляп. Поехали. Кто же все эти кидаловские штуки делают? Это жесть какая-то. Так, и что здесь будет? Так, ниндзя. Опять загрузка. Ну давайте, хоть в одну игру, хоть одну. Хотя бы карту скопируйте, пожалуйста. Карту скопируйте, чтобы можно было зайти. Либо анбоксинг поставили такую защиту, что никто не может, получается, дальше загрузки зайти на какой-то фейковый режим. Опять, да, скип я нажимаю, но ничего не получается. Я, кто бы ни писал, ничего не происходит. Закрываем. Поехали дальше. Crystal Unboxing Simulator. Что это? Играло много людей, я так понимаю, в эту игру. 33 фаворита даже. То есть добавили себе эту игру. Итак, заходим. Снова та же самая загрузка. Да божечки ты мой. Я думаю, что мы тоже то же самое не загрузимся. Пройдет сейчас буквально пару секунд. И нам скажет скип. Там бла-бла-бла, красненьким напишет, и мы не зайдем. То же самое, тоже та же попытка, и у нас снова ничего не... Да, конечно. Закрываем. Unboxing симулятор еще какой-то. Play now. 199 фаворитов добавили эту игру, 26 лайков. Каким образом вы лайки получили на этой игре? Что, реально какие-то накруточки, ребят? Так, ну вроде бы заставка пока другая. Но, возможно, превратится в ту же самую опять. Скип, подождите и все остальное. Ждем. Мы зашли в игру. Я полностью каменный, у меня голова каменная, тело каменное, и в этой игре ничего ей нет, ни звука, хотя звук у меня, в принципе, включен, но здесь нет ни звука, какой-то счетчик, куда ничего не нажимается, подожди, лестница, здесь все ржавое, такое замшелое, очень странный режим, какая-то пустыня, что это, но это это не анбоксинг-симулятор и даже не кликер. Итак, закрываем. Что мы с вами можем еще найти? Фарм анбоксинг. Кристалл мы с вами открывали. Вот эти все, мне кажется, это все кидалово. Вот Rainforest, вот этого, это все кидалово. Там, короче, ник, смотрите. Да-да-да, Rewards 2-3. Да-да-да, вот это оно. Именно то самое, что я вам говорю. Это у нас кидало. Тестинг анбоксинг. 100% лайков? В смысле? 300 робоксов, вы что, с ума сошли? Не-не-не-не-не, я не настолько безумен, чтобы это купить. Роботик-симулятор с моим здесь личиком. Так, анбоксинг-симулятор, еще что-то. Божечки, ну сколько здесь всего, ребят. И большинство из этого, вот это вот первая строчка, это просто все кидалово. Вторая строчка частично, третья строчка, четвертая. Тут куча кидальных вот всяких штук. В общем, мы с вами сегодня не нашли нормального режима. Даже новой игры, как мы находили хотя бы обе похожие. Как было с симулятором пчеловода, мы находили обе похожие. В джелбрейке мы нашли хоррор прикольный. Здесь же мы нашли что? Кидалово, друзья. Будьте осторожны, на сегодня ролик заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем пока.